Имя еще одного почетного гражданина вспоминали в Бендерах. 30 апреля 90 лет могло исполниться Леониду Алексеевичу Литвиненко. Леонид Литвиненко ушел из жизни в возрасте 88 лет. Его не стало 7 июля 2020 года. Его биография и творчество тесно переплетена с историей Бендер. Он преподавал русский язык и литературу в городских школах. Является автором нескольких сборников. Его произведения вошли в школьный курс литературы родного края. Леонид Литвиненко – один из основателей литературного объединения «Горизонт». Стоял у истоков создания Союза писателей Приднестровья, был членом писателей Союза России. В 1998 году Леониду Алексеевичу было присвоено звание заслуженного работника народного образования ПМР, а в 2012-м – звание почетного гражданина города Бендера.